Могут ли люди сбунтоваться в Крыму? Теоретически да. И этот процесс роста недовольства с перекрытием улиц мы уже наблюдали и в этом уходящем году. Повлияют ли такие бунты на процесс деоккупации? Нет. Может ли произойти в Крыму масштабный бунт? Люди, да, могут подняться, но их тут же задавят. Дело все в том, что Россия, и мы это наблюдали по жизни в самой России, в самой Москве, да, любое позиционирование человека как несогласие с действиями власти расценивает как угрозу себе. И это силовым методом очень быстро и жестко подавляется.